Привет, сегодня я покажу вам образ печального демона. Кому интересно, оставайтесь со мной. А сейчас давайте я попробую тушью нарисовать цветные ресницы. Уже страшно, мне самой страшно. Значит, это будет, как я понимаю, огненный демон. Тут будет красных и золотых и желтых. Всякие цвета будут. Огненном демоне преобладать. Можно добавить красных. Желтые.
символически, простите, добавить. А еще я можно добавить таких вот тоже немножко на ресницы при помощи кисточки. Кстати, это Make Up Forever, чтобы сделать контрастней. Чтобы смотрелось гораздо контрастнее, чем... чем оно есть на самом деле. Немножко чисто символически, потому что теперь мы будем рисовать кровавые слезы, но не кровавые, а черные демонические слезы. Давайте посмотрим. Пытаюсь первый раз. Ну вот, все, пожалуй, все. И знаете что? Теперь красный, желтый и оранжевый буду здесь блики добавлять. Надо же демон все-таки, так что внимательно следите. И знаете что, можно смешать вот немножко эти цвета и эти. Посмотрим, что получится. Ну что же, пробуем. Это эксперимент в любом случае. И да, для полноты образа я купила себе оставшуюся последнюю Wave Goddess Brush Tint. Вот сюда можно сделать, и будет хорошо. Это же демон все-таки.
Ну что же, пожалуй, это все. Сзади можно поменять на другой фон. И я сделаю пару фотографий образа. Так что, кому интересно, повторите. Я думаю, понравится он легкий для Хэллоуина. Самое то, что надо. Смотрите, подписывайтесь и до новых встреч. Пока-пока.